истории Украины, если не ошибаюсь, наверное, 30 лет. Вот, ну, для нас это важно, действительно, там представлена экспозиция, там 17-18 век, то есть и национальные костюмы, и оружие, и все, ну, там действительно, как бы, да, спасибо вам тоже и за поддержку, потому что без вас бы, ну, такой бы комплекс у нас наверняка не там, получился, это, ну, это важно.